Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Военные летчики потерпели 7-е поражение подряд в высшей хоккейной лиге. На этот раз и родной лед не помог. Мордовия 2-жды одержала верх 3-2 и 5-0. Вчера получилась хорошая игра с нашей стороны. Задание играли. Сегодня чуть-чуть, видимо, повезло больше сопернику, реализовал моменты. В начале игры сразу пропустили гол такой ненужный. Ну вот, видимо, посыпалась команда. Во втором поединке ЦСКА ВВС не забросил ни одной шайбы. Военные летчики пропустили первый гол в первой же атаке Мордовии. Отличился Антон Дубинин. В этом матче он 3-жды поразил ворота самарской команды, еще по разу в первом и третьем периодах. Это уже второй хет-трик саранского нападающего в этом сезоне. После него эстафету по заброшенным шайбам подхватили Медведев и Обозин. Настроены были только на победу. Соперник, видно, послабее нас уровнем. Классом у нас более мастеровитая команда. Все 4 звена ровные. Сегодня вообще сыграли строго, на ноль. Помогли вратарю. Приятно, когда на ноль играешь. Во втором периоде страсти накалились. Одинаковое количество бросков по воротам и на высоте оказались голкиперы обеих команд. Клубы показали и отличный оборонительный хоккей, оставаясь в меньшинстве. 3-5. Игра и сегодня была там до забитой шайбы. Когда провели 2-0, я считаю, что мы играли втроем, там полтора минуты, забей хозяева гола, и неизвестно, как бы все это случилось. Что они дают бой всем. Я так посмотрел, у нас, наверное, самый молодой, у вас самый старший игрок. То есть вот так. Поэтому ребята поопытнее там. Получилось, то забили. Они молодые, они стремятся учиться, они имеют право на ошибки. Для них каждая смена – это подвиг. Обыграть более мастеровитого, более опытного игрока, создать момент – это дорого стоит для них в их возрасте. Второй матч молодые военные летчики проиграли со счетом 0-5. Мордовия в этом сезоне взяла третью двойную гостевую победу и вышла на первое место в высшей хоккейной лиге. ЦСКА ВВС планирует на 7-м из 10 возможных. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.